Всем привет! Сегодня хочу вам сделать обзор щеток Хапика. Это японские щетки. Мне их прислали на обзор. Прислали для всей семьи. Вот три щеточки. И сейчас я вам подробно расскажу про эти щетки. Щетка Хапика – это 100% Япония. Это ионная щетка с футляром для всей семьи. Чистит без зубной пасты. То есть вот этими щеточками можно чистить без зубной пасты. Но можно, конечно, и зубной. Здесь пластиковый плотный чехол, который не проницает, не проводит воду. То есть можно спокойно ее мыть, и вода не проникает вовнутрь щетки. Здесь съемная насадка. Вот, съемная насадка. То есть этой щеткой можно пользоваться всей семьей, одной даже, да, просто меняя насадки. Также здесь щетинки. И щетинки здесь не простые, а из природной керамики. И они не вредят нашим деснам и хорошо счищают налет зубов и не повреждают эмаль. Зубная щетка Хапика работает от пальчиковой батарейки. Она находится вот здесь. Легким движением руки она вставляется и вытаскивается. Также эти щеточки, насадки можно купить для проблемных зубов, для проблемных десен, для тех, у кого брекеты, и для детишек от 1 года и до 10 лет, по-моему. Там можно выбрать тоже насадочки специально под возраст для детей, которые тоже будут беречь зубки. Это 100% производство японское. Здесь вся сборка и материал тоже японский. И выпускаются эти щетки с 1991 года. Сейчас они уже есть в России, так что можно их заказать. И ссылочка под видео будет. И вы можете там выбрать, посмотреть описание на каждую щетку и выберите себе ту, которая вам больше понравится. А на этом все. Я заканчиваю свой обзор. Спасибо всем, кто посмотрел видео. Всем пока!